мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. И в этот раз опять западной. Дело в том, что конфликт Дрейка и Кендрика Ламара и не думает останавливаться. Артисты не просто не перестали выпускать друг на друга диссы, но еще и дело дошло даже до реальной стрельбы. Она чудом прошла мимо Дрейка, хотя стреляли в непосредственной близости к его дому. Эту новость вчера и сегодня обсуждали и обсуждают самые крупные СМИ в США. К конфликту подключились другие артисты, например, Kanye West, The Game и даже Rick Ross, которым в свою очередь также начал угрожать Дрейк. В общем, всплыло довольно много новых фактов этого эпохального противостояния, о которых просто невозможно не рассказать. Поэтому именно пробив Кендрика и Дрейка мы сегодня и поговорим. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Начнем с самой горячей новости. В ночь на 7 мая рядом с домом Дрейка в Торонто ранили человека. Инцидент произошел около 2 часов ночи в районе Бридл Пад. Стреляли на пересечении Бэйвью Авеню и Лоренс Авеню. Подозреваемый скрылся на автомобиле, а мужчина, в которого стреляли, доставлен в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни травмами. Участок улицы, на котором расположен особняк рэпера, оцеплен полицией. Фэнам Дрейка название района Бридл Пад должно быть знакомо. На альбоме Certified Lover Boy была песня 7 AM on Bridal Path. Это фирменный прием артиста, когда он подписывает треки в формате «Время плюс место, где песня записана». Это, как известно, простебал и Кендрик Ламар в одном из своих диссов. Вот как звучал трек Дрейка. В мае 23 года стало известно, что Дрейк продает дом в Беверли-Хиллз, который, по имеющейся информации, был его последним домом в США. И большую часть времени он планирует проводить в Торонто, на Бридл Пад. По данным New York Post, площадь дома составляет 4600 квадратных метров. За земельный участок в 2 акра рэпер в 2015 году отдал 6 миллионов долларов. Инцидент со стрельбой Дрейк пока не комментировал. Кендрик тоже. Чуть позже, кстати, появилось сообщение, что в результате стрельбы был ранен охранник Дрейка. Репортер CBC News сообщил, что подозреваемый подъехал к нему, открыл огонь и скрылся на авто. Речь, видимо, не о бодигарде, а об охраннике резиденции рэпера. Пока непонятно, был ли Дрейк дома в момент инцидента. Кроме того, адрес Дрейка ранее в этом году постил у себя в сторис Канье. Отойдем немного в сторону и расскажем про Канье Уэста, который занимает далеко не последнее место во всем этом конфликте. Как вы знаете, он сделал ремикс на трек с альбома Future и Метро Бумина, в котором участвовал Кендрик и в котором появился первый дисс на Обри. Трек имел название Like That, его и переделал на свой лад Ие, также посвятив пару строк Дрейку. Сегодня утром телеграм-канал Мэш со ссылкой на организатора концерта в Лужниках сообщил, что Канье выступит в Москве 8 июня, в свой день рождения. По данным Мэш, контракт с Канье уже был подписан. Переговоры велись больше года. Приехать Ие собирается вместе с женой Бьянкой. А после концерта, пишет телеграм-канал, хочет отпраздновать день рождения в одном из ресторанов Москвы. Информацию о приезде Канье в Россию позже опроверг в комментариях известиям гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников. Он сказал, что выступление в Москве обсуждалось около месяца назад, но стороны не смогли договориться о гонораре. Канье просит не менее 5 миллионов долларов. Но вернемся к бифу Дрейка и Кендрика. Ламар после своего дисса Meet the Grahams, где он зачитал обращение к родне рэпера, а также отправил послание тайной дочери Дрейка, которую тот якобы скрывает, выпустил еще один дисс, получивший название Not Like Us. Это случилось 5 мая. В качестве обложки был использован кадр с Google карт, стилизованный под интерфейс реестра преступников. На нем изображен тот самый дом Дрейка в Торонто, рядом с которым произошла стрельба. На нем маркированы 13 резидентов, что является отсылкой к предыдущему диссу, где Ламар
обвинил канадца, что Дрейк и его друзья занимаются торговлей людьми. Эта линия продолжается и в новом треке. Также там опять утверждается, что у Обри были отношения с несовершеннолетними. Ламар не забыл отметить, что у Дрейка была близость с подругой его ментора Лил Уэйна, пока тот был в тюрьме. А потом он, цитата Кендрика, набил тату с его портретом и извинялся. В соцсетях активнее всего сейчас шерят цитату из финального куплета трека. Там Ламар обвиняет Дрейка в том, что он эксплуатирует рэп-звезд из Атланты и сравнивает это с политикой работорговцев, для которых Атланта исторически являлась Меккой и важным логистическим центром. На следующий же день, 6 мая, появился ответный дисс от Дрейка. Он получил название The Hurt Part 6. Это отсылка к серии треков с таким названием у Ламара. Еще раз напомним, что ранее Кендрик обвинял Дрейка в отношениях с несовершеннолетними, в том, что он как Харви Вайнштейн и что у него есть 11-летняя тайная дочь. Дрейк поместил на обложку The Hurt Part 6 комменты с запрещенной соцсети. Дэйв Фри, бизнес-партнер, сооснователь лейбла Кендрика Пиджи Лэнг, оставил сердечки под фотографией Уитни Алфорд с ее и Кендрика Ламара детьми. Уитни – невеста Ламара. Они обручились в 15 году, но не женятся. Дрейк продолжает разгонять теорию, что отец одного из детей на самом деле Дэйв Фри. Напомним, в альбоме Mr. Morale and the Big Steppers Ламар рассказывал, что изменял Уитни и что у него есть зависимость. В The Hard Part 6 Дрейк утверждает, его люди сейчас специально сливают Ламару фейковую информацию. Никакой 11-летней дочери нет. Ламар не стал это проверять и поместил это утверждение в свой дисс. Дрейк смеется над тем, что обладатель Пулитцеровской премии не делает факт-чекинг. First I was arrested, so where's the proof of the trial then? Where's the paperwork of the cabinet is filed in? Позже Обри даже сделал заявление, что если кто-то найдет пруф о существовании его 11-летней дочери, то он уйдет из хип-хопа и станет работать на того человека, кто нашел эти пруфы. Также Дрейк в диссе посвятил много строчек тому, что он не заводил отношений с несовершеннолетними. Говорит, ожидал, что Ламар будет делать из него Эпштейна, и утверждает, что это Кендрик просто проецирует собственную детскую травму. This Epstein angle was the shit I expected. Также, по словам Дрейка, для ясности, он считает это отвратительным, и если бы у него были такие отношения, то он точно давно сидел бы в тюрьме, потому что он слишком знаменит. Спустя сутки после выхода этого дисса рядом с домом Дрейка и произошла стрельба. Пока не ясно, насколько связаны эти события. Вполне может быть, что связи никакой и нет. Также в треке The Hard Part 6 Обри задел Рик Росса, пообещав, что справиться с ним довольно жестоким образом, а также сделает так, чтобы личный джет Росса пропал с радаров так же, как малайзийский Боинг. Кстати, Дрейка в этом выпаде против Рик Росса поддержал и The Game. В сети появились и сообщения от тех самых несовершеннолетних девочек, с которыми якобы у Дрейка были отношения. Одна из них написала целый пост. В 2010 году рэпер вывел на сцену 17-летнюю фанатку, и пошли слухи, что у них была связь. Вот цитата из поста. «Когда мне было 17, и сейчас мне 31. На этот концерт меня взял мой отец, когда я была в школе. Люди Дрейка выбрали меня из толпы. Не Дрейк. Артисты часто так делают, и это часть шоу. Между нами ничего не было тогда, и по сей день». А на сегодня у нас все. Что вы думаете по поводу бифа Дрейка? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!